сбывается мечта, мы в аквапарке. Там детская зона, тут взрослая. Сейчас будем проходить первый бассейн с волнами. Красавка. Мороженое. Музыка так, конечно, горлопанит. Спасатели везде. Она везде можно покушать, перекусить. А здесь тоже были, получается. Да, да, здесь тоже волны. Нам выдали вот такие вот браслеты. Можно с собой только брать полотенце. Не нужно с собой таскать кошелек. Захотел что-то перекусить, там еще что-то. Везде фиксируется на этом браслете, на его чипе. Какие тут аквариумы с рыбками есть. Акула. Цихлида, рыбка называется. Достаточно тепло. Тут климат-контроль работает. Очень тепло. Белая огромная рыба. Вот. Это же скаты, да? А вот скат. А это как ее? Осетер, не осетер, кто это? Аравана сребляска. Он пятнистая какой-то еще пылесосик. Здоровая тварь. Там пожелания, люди пинг-пон играют. Динозавр. Вы пожалуйста, главное. Вон, есть медпункт, если кому-то плохо станет, поранился, можно подлечиться. А здесь кто у нас живет? Здесь у нас крокодильчик живет. Еще один динозавр. Может, тут аквариумы, террариумы. Та вся тематика. Динозавры. Что-то там еще всякие гады. А тут... Тут змея должна была жить. А, вон она вверху. Слушай, красотка. Толстенькая такая. Глаза у нее там открытые. А тут кто у нас живет? А, тут вот такой зверь должен жить. Что-то его не видно. Видно, что искусственные, травка искусственная вся. А ну кроме вот этих вазончиков домашних. Похоже, ну такие у нас тоже были. Ой, там зеленая ящерка. Вот здесь уже у нее живые растения. Вот она вот такая. Здесь большое. О, вот он. Спит, отдыхает. А здесь уже такой вот красный дракон. И когти у него там.
черепашки. Леша танцует. Под музыку плаваю. А, вот змей. Я глажу змею. Какой красивый хищник. Еще. Не видно, закрыты в нем глаза или нет. Вот такая должна быть. А она там в дебрях спряталась. Взрослая зона аквапарка идет дальше. По коридору. Окна, балкончики запечатаны. Пальмочки. Вот, и тут зона горок. Горки разные. Пошли вот так вот внутрь пройдем. Вот тут я заплываю. Вот, и мы здесь за стеклом. Вон туда поднимаются. На таких вот штуках можно спускаться. Такая огромная штукенция. Наверху. Сборки разные. Да? Смотри. Ой, здесь. Тут. Везде спасатели. Мороженки, как интересно сделано, свисают. И там вот тоже на другие, видно, горки поднимаются. Вот второй бассейн. Тоже с волнами. И тут тоже какие-то горки. Тоже отдельно такая вот вон, как унитаз спускают. Горок разных много. Тоже там лестница, поднимаешься на горку. Вот такая съемная штука. Вот спасательные жилеты для тех, кто плавать не умеет. А, прикольно там, лабиринтик. Красиво все подсвечивается. Волейбол есть. Водный. Щеный водный. Для детей что-то там такое.
Релакс-зона, да, вон там вот спа, возле вот этой ящерки. Везде, кстати, отведены места для курения, для курильщиков, что же хорошо. Здесь есть такие везде штуки, где покушать. Тут что-то. Зона Лагуна. Ресторан Диджериду. Надо включить. Это мы уже в зоне Лагуна. Тут уже более взрослая тема. Такие есть лабиринты классные. Здесь, по сути, должно идти течение. И ты плывешь по течению. Прикольно. Классно сделано вообще. Там джакузи. Уже. Все такое в тематике джунгли. Динозавры. Ой, как круто. Какая вода красивая. Прикольно. Смотрите, как здорово. Посреди барта можно заказать какие-то напитки. Классно, бульбашки. Здесь такие водные струи, водопады. Круто. Лежачки. Температура тут плюс 33 ярко. Как круто. Ой, посмотрите на вот эту вещь. Лавочка такая, на нее ложишься, а из нее бульбашки. Тоже такая массажная штука крутая. Классно. Везде есть спасатели. Это ли не чудо? Прикольно. Еще есть отдельные столики, типа захотел уединиться. Ну да. А здесь уже ресторан. Тоже джакузи. Видите? Можно выбрать. Там можно съесть, там тоже и разные блюда. И пицца, и шашлыки, и гамбургеры, все, что хотите. Ну, у меня нет слов. Мне вообще не с чем сравнить, я вообще в восторге просто. И вода теплая. Это Dream Town. На Абалоне. Номер 2. Ж разные диванчики. Не обгоняй меня, я тебя прошу. Какие красивые диванчики с стрекой, большой угловой. Может, такие цены? Нет, цен я не вижу. Тут номер телефона. Я думала, что это уже цена такая. Друг, кому надо звонить? Восьмизначная. Да. А на втором этаже аквапарк. Мы туда идем.
я побываю в аквапарке. Ой, а там кухоньки, да? Смотри, какие красивые кухни. Ой, как красиво. Хорошо. Нету там? Какие красивые орхидеи. Ой, красота. Диван на секундочку. Угловоние раскладной 170 тысяч. Можно это выдержать вообще? Когда большая машина? Я снимаю. Круто. Все. Доставай ключи, поехали. Круто. Что, действительно были такие большие машины? Ну да. Тоже, да, высокая машина. Фонтанчики, круто. Все красиво там. Лаборатория чокнутого профессора. Ха, прикольно. Леша, нам точно сюда? По-моему, нам в обратную сторону. Людей вообще никого нет. Ой, а что это такое беленькое? Молочный коктейль или что это? Шашечки. Постбургер. Здоровый такой. Непонятно. Там на третье? А, все. Мы пошли. А тут что, тоже художественный магазин? Это похоже на аметист. Сокровища. Камушки разные. Тут же мебель продается сразу же, как детская обустроена. Прикольно. Что тут? Куда ты пошла? Я батарейки тебе нашла. Где? В мою. Че в мою? На каждом шагу бутики разные, разные фирмы. Везде можно что-то выпить, перекусить тоже. Каждый уголок продумано. Красиво оформлено все.
Вот, за. Да.